ефірі новини Вітебської області, в студії Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Старшиня Вітебського облвиконкому Олександр Кусінець представив свого нового першого намісника. Ім став Геннадій Гребнєв, який до гэтага був керівником адміністрації Кастрычніцкого району Вітебська. На новій посаді ён змяніў Уладзіміра Навацкага. Падрабязнасці у нашага корэспандэнта. У Александра Косинца новый первый наместник. Уся працоўная деятельность Геннадия Ивановича Гребнева связана с городом на Дзвине. А працу облвыканкаме он ведая не по чутках. С 2000 по 2010 узначаливал комитет экономики этого органа улады. Апошние 4 годы отказывал за Кастрычніцкий район Витебска. Задачи перед администрацией района у апошние годы стояли нелегкие. Были проблемы и у экономицы, и у коммунальной господарцы, и у социальной сферы. Геннадий Гребнев, заластивый яму скрупулезностью, профессионализмом и умением оперативно вырешать намеченное, смог изменить ситуацию до лепшего. В опыт таких высококвалификованных керуников в области заусёды запотрабованы и надзвычай корыстны. Участок работы очень серьезный. Назначая на эту должность, Александр Николаевич Косинец поставил задачи максимально направить все усилия для реализации программ инновационного и инвестиционного развития Витебской области. В части, прежде всего, работы промышленности, топливно-энергетического комплекса, ну и в целом выходить на новые рубежи в развитии экономики нашего региона. Новый первый наместник старшини облвыканкама народился в 64-м у Яновичах. Скончил Белорусский державный институт народной господарки имя Куйбышева по специальности финансы и кредит. Працевал у контрольно-ревизийном управлении Минфина Республики Беларусь по Витебской области. Потом стал начальником финансового отдела Першимайского райвыканкама. В 94-м годе занял тут посаду наместника старшини. У 1995-м Геннадия Гребнева перевели у Витебский облвыканкам, наместником начальника финансового керавання. На своей новой посаде Геннадий Гребнев изменил уродженца Брэшчины Владимира Навацкого, который працевал первым наместником керуника в области апошние 12 годов. Александр Косинец выказал ему подяку за пленную працу и особистый уклад у социально-экономичное развитие региону. По большому счету Владимир Германович Навацкий мой наставник. Я под его руководством отработал долгие годы. Должен отметить, что это искренний, порядочный человек, который всю свою трудовую деятельность отдавал себя родному региону, родной стране и постоянно решал проблемы нашего населения. Артур Смоляков, Александр Рындин, новини Витебск. Трагедии удалось позбегнуть, потерпелых няма. 659 человек были эвакуированы сегодня ночью в вынику пожару у интернате номер 7 Витебской академии ветеринарной медицины на улице Баумана. По попередних данных, причиной сгорания стало короткое замыкание холодильника. Уведомление о пожаре у одним из интернатов Витебской академии ветеринарной медицины поступило на центр оперативного управления у 4 годины 6 хвилин раницы. Коли ратовники прибыли на место здарения, горел один из покоев на 4-м поверсе. Все остальные поверхи были задымлены. По словам специалистов, трагедии удалось позбегнуть у тым лику и тому, что будинок интерната был обсталеван пожарной сигнализацией и системой оповещения. Узгаранне адбылося ночу у пакоі, дзе пражывалі трое студэнтаў. На задымленне спрацавала пажарная сігналізацыя. Адзін з жыльцоў прачнуўся і разбудзіў астатніх. Хлопцы не разгубіліся, хутка зарэагавалі і нават самі імкнуліся патушыць пажар. В результате оперативных и грамотных совместных действий личного состава МЧС и обслуживающего персонала общежития было эвакуировано около 700 человек. В результате происшествия пострадавших нет. По предварительным данным, причиной происшествия явилось короткое замыкание холодильника в одной из комнат, где проживали трое молодых студентов первого и второго курса. Один из них проснулся, разбудил других, покинули помещение. Поначалу пытались сами ликвидировать сгорание с помощью огнетушителей, но безуспешно. Нечто подобное в интернате ветакадемии отбылось после святкования студентами Татьяниного дня в 2010 году. Тогда, под час пожару, два человека отримали отручивание чадным газом, еще двое – травмы. На этот раз все обошлось, никто не потерпел. Оборудованы все общежития наши, именно извещатели, вовремя сработало. Это вся аппаратура. Это первый момент. Ну и второй момент, конечно же, слаженность наших студентов при эвакуации, потому что мы постоянно проводим тренировки, учения по эвакуации студентов в чрезвычайных ситуациях. Сегодня все произошло, ну, прошло как бы на высшем уровне, и сотрудники МЧС как бы нам тоже выразили такие слова, что все прошло хорошо, поэтому никаких жертв и пострадавших нет.
Одразу ж после здарения приступили до узнавленчих работ. Студентов запевнили, что до конца дня их покой адрамонтуют. Больше того, хлопцам пообещали материальную допомогу, покольки многие их речи пришли у негодность, пошкоджена майомость. Урон от пожару устанавливается. Инна Кириенкова, Александр Приставка, Новини Витебск. На передодні свята перемоги 7 і 8 мая у Вітівську пройдуть мітинги у складанні вянков і квіток до монумента воїнам-визволителям. А непосередньо в день свята 9 мая на площі перемоги урочистим маршем пройдуть воїнські підрозділення. На алеї воїнської слави можна буде побачити експозицію обмундірування історії воєнного мундіра. У парку переможців для віцябляних гостей міста буде ладитися концертно-забавляльна програма. Непогасная память поколений у свята под такой назвой пройдет у парку имя Советской армии. А у культурно-историчном комплексе «Золотое кольцо» города Витебска Дзвина подрихтовано свято и выстояли, и перемогли, а так само концерт народного хору ветеранов. У 22 годины небо над Витебском расцветит святочный фейерверк. Свято триумфу, таленту и интеллекту. Учнёвскую элиту ушановывали у 3-й Витебской гимназии. Навученцев школ и гимназии Кастрычницкого района города Витебска, переможцев 3-го и 4-го этапов Республиканской олимпиады по учебных предметах, науково-практичных и доследчих конференций, а так само их педагогов и батьков. Дякуючи намаганиям опошних, были створены необходимые умовы для развития творчего потенциала детей. Выник карпатливой системной работы 65 переможцев областного этапу олимпиады по учебных предметах. По выниках заключенного этапа Республиканской олимпиады переможцами стали 19 навученцев установ адукации Кастрычницкого района. Из них 16 переможцев с первой гимназии. Отзначена так само работа педагогов, которые подрихтовали переможцев олимпиад и стипендиатов Фонду президента Республики Беларусь по специальной поддержке одаренных навученцев и студентов. Эта олимпиада дает поступление в Белорусский государственный университет на филфак сразу же без экзаменов. Ну, кроме того, благодаря этой олимпиаде, ну, еще некоторым там другим заслугам, мне вот буквально вчера пришел ответ, зачислили в президентский фонд Беларуси по, ну, для одаренной молодежи. Главный результат победы на олимпиаде – то, что я могу без экзаменов поступить в вуз, о котором давно мечтал. В каком вузе мечтаешь? ВГМУ. Обучение химии у Светланы Геннадьевны – это одно из самых приятных моих воспоминаний. И вы знаете лозунг или принцип какой-то работы у меня? Воспитай ученика, у которого было бы возможно учиться. Вот я счастливая учительница, потому что у меня ученики есть такие, у которых я могу учиться. Ученики – это которые сделали открытия какие-то в области химии, ученики, которые имеют уже какие-то определенные степени, заслуги, поэтому я счастливый человек, состоявшийся учитель, я считаю. Пераможцам олимпиад подяковали за имкнение до ведов и интеллектуального росту, пожадали не спыняться на досягнутым, а покарать новые вершины. Самый старейший мастацкий проект у Беларуси «Арт Абстракт» запрошает прихильников беспредметного мастацтва на свою 14-ю штогодовую выставу, якая разгорнулась у Витебском центре сучасного мастацтва. Свое бачение у непростым интеллектуальным накерунку выявленчего мастацтва представили каля 20 мастаков из разных городов Беларуси. Сярод их работы як маститых майстров Александра Салаўёва, Василя Васильева, Виктора Шилко, Олега Крошкина, так и молодых мастаков. В экспозиции демонструется и опошняя работа Александра Досужева, який зусім недавно пошел с життя. Ну, тема этой выставки очень широкая. Это именно абстракт, как таковой, то есть различные подходы к беспредметности в искусстве. Если есть очень аналитические такие работы, очень конструктивистские, то есть также работы экспрессивные, как, например, у Леонида Медведского, как у Александра Коновалова, как у Валентины Ляхович. Есть работы, основанные на анализе, есть работы, основанные на синтезе, но это именно беспредметность в искусстве, очень широкая тема. На этом наш выпуск завершен. Я развитываюсь с вами до вечера. Всего доброго.